Ну что, да? Все, тихо, тихо. Майкл, привет. Смотри, что есть. Смотри, что есть. А? Ну, один только, да? Больше нет. Завтра утром еще принесу. Смотри, Петр Андреевич, второй раз повторять не буду. Ни одного раза даром не надо. Сказал, не продам, че гроша, значит, не продам. На своей земле я хозяин. Дело твое. Пожалеешь, поздно будет. А ты мне не грози. Грозилка еще не выросла, а там она Краснорусского пугает. Так, значит. Ну, бывай, атаман. Ладно, иди, иди, пока собак не спустил, благодетель. Все, тихо, тихо. Зимин, Шадрин, спать немедленно. Шарова, марш к себе. Будете курить ночью в спальне, выпарю. Забочковала. Слышь, Сахар, дай дернуть. Ты что, глухая, что ли? Климов выпороть обещал. Ага. Пускай мне догонит сперва. Он вообще не спит, что ли? Не спит, не ест. И в темноте все видит. Ага. Все да не все. Опять побег? Да. До обеда. Слышь, ты потише. Ты что, на него взъелся так? Да я не взъелся. Он мне не нравится просто. Вот смотри, живет у нас 2 года. И чего? Где он по ночам ходит? Ты знаешь? Я нет. Ну ладно, пора. О. Зывает как, да? Чисто мертвяки. А ты что, мертвяков, что ли, видел? Да побольше твоего. Да что ты говоришь? Да, слушай, тихо, блин. Сейчас Клим вернется, таких мертвяков устроит. О, гроза заходит, а? Как бы крышу не сорвало. Мурка, слышь, я пошла. Мурка! Давай. Мурка! Кс-кс-кс. Мурка! Кс-кс-кс. Мурка! Кс-кс-кс. Куда ты? Это кто это у меня тут по кастрюлям шарит, а? Клав. У меня же все ничего не сварено. Ты что не спишь в такую рань-то? Да что так кушать захотелось, что
Ну, теперь, да, до завтрака дотерплю, да. Ай, Сергей Иванович, пока еще твой завтрак-то будет, а? Я тебе сейчас маслицем хлеб намажу. Так наливай себе молоко. Надо же детям на кашу. Ешь. А к обеду Маша еще свеженького привезет. Угу. Давай, ешь. Что-то какое-то не такое. Спасибо. А? Да порадовать тебя нечем. Про зарплату опять молчат наглухо. Ой, взять бы это твое начальство. За шкирман да потрясти как следует. Только некому. Что некому? Думаешь, я в райцентр не ездил? Не добивался, что ли? Старая песня. Что-то гроза такая страшенная заходит, а? Пойду-ка я наверх подымусь. Там, небось, весь этаж по белке. Пойду, успею еще полы протереть. Совсем заработался. А зачем тебе столько ложек? Лавку решил открыть. Ну, а что делать-то? Зарплату ты не платишь. Ну, вот если Верка моя десяток таких ложек продаст на базаре, уже хлеб. Мурка! Мурка! Крыша, Митрич. Детей выводи, я наверх. Захар, там крышу снесло, что делать? Так что делать, давай, собирай девчата все, выходите. Пацаны, на выход, давай, я. Захар, что случилось? Санек, уже трещина пошла по стене, давай, на выход. Выходи, Санек, выводи детей, быстро, берите только что. Выходите, давай, выходите. Все на лестницу, вниз, там мины. Давай, давай, давай. Все, простите, Лиза, давай. Выходим все, выходим! Лика, не спать! Теплые вещи берите с собой, все на улицу! Быстро! Бегите! Так, быстрее. Не толпитесь там. Спокойно, девочки, спокойно, спокойно. Захар, посмотри там, все, нету никого? Там никого! Проверь! Скорее сюда, давай! Кто там тоже? Давай вниз! Нормально. Чё?
ты за старшего. Чтобы все было как при мне, понял? Да, понял. Я на тебя надеюсь. Не беспокойся. Давай. Промокли? Ничего, давайте, да. Прыгайте. Давайте толкнем, садитесь. Пацаны, идите сюда! Ребята, подтолкните! Давайте быстрее! Давай, давай, вперед, живее! А? Слышь, что говорю, нет? Пошел ты! Да просто, Захар, успокойся! Сюда иди! Уймись ты, Захар, пошли пленку стирать! Пошли пленку натянем, Захар! Пошли быстро! Клеенку не забудь купить, сковородку новую. Да помню, антипригарную. На кой лет она нужна? Как жареное мясо трескать, так ты первый. А как сковородку скрести, так сразу кусты. Бабское дед дело, скрести. Ну так я и говорю, купи антипригарную. Ты список взял? Ладно. Потом, ты это, Сав, главное, сам поскорее возвращайся. Вернусь. Пора деньков. Ты тут не балуй. Здорово, здоровье. В рейс? В рейс. До города обратно. Фигаро. Полин, открываемся, открываемся. Так кто в такую рань до магазин попрется, а? Без разговоров. Езжай, Савушка. А ты, этот капиталист, меня занудит до смерти. Полина, время. Ты Полинку мою береги. А ты езди чаще, да подольше. Давай, езжай. Святая, чтоб бесплатно молоко раздавать-то. Почему бесплатно? Они платят немного. Понятно. А я в город. Тебе привезти чего-нибудь? Нет, спасибо. Если что, я Игнату скажу. Он привезет. А, ну-ну. Слушай, что сказать-то хотел? Ты зайди сегодня вечерком к Полинке, а? Опять проверяешь? Ну зачем проверяешь? Ну так, чтобы не скучно было. Загляну, не беспокойся. Скажу, чтобы она тебе таблетки от ревности заказала. Как думаешь, в городе есть такие? Они мне не помогают, ты же знаешь, Маш. Я не знаю. Все, бывай. Давай. Ну, все? Последний, последний. Слава. Пошли. Сколько повторять-то вам уже можно? Ну-ка, отошли оттуда быстро еще. На башку кирпич какой-нибудь упадет. Господи, 500 раз одно и то же. Давай, везун ты, Захар. Опять Климов тебя за главного оставил. Да че везун, блин? Один геморрой с вами. Он тебя больше всех любит. Слушай, а что ты за мной увязалась? Думаешь, я без тебя ящик не донесу? Помочь хотела. Давай топай назад, помогалкина. Знаешь что? Таскай сам тогда, дурак. Санек, а ты че лег? Кошку успокаиваю. Я успокою. А. Ну-ка, дай-ка мяч. Thank you.
Митрич, что у вас здесь произошло? Здорово, Маша. Не волнуйся, Машенька. Все, слава богу, уже позади. Все живы-здоровы. Это она часто говорит. Она что-то все штаны наложили. Я уж думал, все. Прощай, жизнь молодая. Ой, старый пень, какая молодая-то. Машуль, как твоя-то молодая, а? Тарасов! Ты больной, ты что делаешь? О, засранец. Стервец, а? Тарасов, немедленно спускайся. Чего орать-то? Я палатки с чердака достал. Иди вниз! Вниз нельзя, там провально. Прыгай, Тарас, прыгай! Что ж такое-то, а? Цел? Точно цел? Тут? Цел, что? Цел. Балда безмозглый, убийца мог. Случись чего, Иваныча бы в тюрьму упекли, ты об этом что подумал? Случилось? Не надо, он, наверное, помочь хотел, правда? Помочь он хотел. Пошли. Опять. Для дегустации что нужно? Стаканчики. Ну, скажите, а что же получается, это разлучать детей, да? Сергей Иванович, детям все равно, в каком детском доме жить, условия, в конце концов, везде более-менее одинаковые. Да нет, моим детям не все равно, у нас не просто детдом, у нас семья, ремонтироваться надо. Что там ремонтир, сам сказал, развалилось все. Ну, развалилось. Всех детей в лучшем виде, и ты без работы не останешься. Да при чем тут я, Сан Саныч, разве обо мне речь? Ищи деньги на ремонт, Сан Саныч, где хочешь, ищи. Я своих детей в чужие детдома не отдам, так и знай. Хватит митинговать, сказал тебе, неделю дай мне. Ладно, неделю жду денег. Потом начну действовать сам. Ты меня знаешь, Сан Саныч. Ух ты. До свидания. Через неделю зайдешь. Сан Саныч. Маш. Ну как? Надо все хорошо, но чтобы все можно было попробовать. Это ж не музей, ярмарка. Да, конечно, да? Конечно. Все сделаем. Меня же ждут там. Да, пойдем. До свидания. Говорят, пятерых прям насмерть задавили. Брехня. Все живы. Клавка сказала, ни одном, ни царапины. Здрасте. Здрасте. Привет. Привет, Маш. Пряники свежие? Третьего дня Фадеев привез. Мне 3 кило. Можно даже 4. Ого. И можно мне конфет? Каких попроще? Тоже 3. Тебе куда столько? Ты что, это магазин открываешь, что ли? Ты гляди. Фадеев конкурентов не потерпит. Да я ребятам детдом. Ой, да они там курят все давно, она им конфетки. 250. Пожалуйста. Малахольный. Ты бы им лучше водочки купила. Им самое то для сугреву. Что ж за рот у тебя такой поганый, Валь? Это ж дети. Девка хоть как-то хочет помочь, ты только языком своим помойным мелешь. А ты мне рот не затыкай. Не на такую напала. Я вот на тебя еще жалобу напишу. Ну, напиши. Ну, ты только сразу Ельцу напиши. Так, привет. Чего шумим? Витек, ну гнал бы ты эту ханку из-за прилавка. Хорошо, хорошо, Валь. Порешаем, накажем. Эш! Оль, ну опять ты начинаешь с ней связываться, а? Ну, чего ты с ней цепляешься? Вить, слушай, это, а у нас на складе тушенки много? Тушенки? Ну, сегодня не продержимся, а неделю простоим. А что? Давай в детдом пару ящиков отвезем, а? А. Ну, давай что-нибудь покумекаем. Ну, сейчас и нельзя, сейчас отчеты недели. Давай я баланс подобью и что-нибудь порешаем в конце месяца. Так им сейчас жрать нечего, Вить! А это не твоя забота. А чья тогда? Вон, Машка и та пряников купила, у нее, небось, копейки лишней нет. Мозгов у нее нет, вот и купила. Авторитет в станице зарабатывает. Но чужачка, она и есть чужачка. Нет, Свет, ну что ты тоже начинаешь, а? Чужачка, чужачка. Чужачка – это не грех. А так, Машка девка хорошая. Игнат, он тоже не у нас родился? А ничего.
уважаемый человек, инженер. А ты ее с Игнатом не равней? Поль, помоги мне. Привезли? За прилавок ставьте. Что-то Светка сегодня не в духе. А то ты не знаешь, что она не в духе. В смысле? Ладно, ладно, твоя жена, ты разбирайся. На. В общем так, я один ящик тушенки беру, а ты как знаешь, слышь? Что значит беру? А деньги? И зарплату держи. Маленький, что ли? Ш. Ну, если не терпешь, погоди два дня. Савелий из рейса вернется, отдаст. Блин, я с вами прогорю. Не прогоришь, не боись. Оп! Господи, Петро, ты меня напугал. Прости, Маш. Ты что ж такую тяжесть таскаешь? Да ладно, бидоны потяжелее будут, а я их вон каждый день ворочаю. А я сколько раз тебе говорил, позови меня. Нехорошо, молодая девушка, тебе еще детишек рожать. Да от кого их рожать, Петро? Да я хоть сейчас готов, Маш, только позови. Все вы хоть сейчас, только об одном и думаете. Да? А ты меня со всеми не равняй. Если тебе сил девать некуда, ты бы лучше вон в детдом пошел, там сейчас работа навалом. Да при чем здесь детдом? Ты что, не знаешь, что у них крышу сорвало? Знаю, ну и что? Вместо того, чтобы забор караулить, лучше бы делом занялся. Какие заборы? Маш! Все шутишь? А я серьезно. Добрый день, хозяйка. Атаман дома? День добрый, Сергей Иванович. У себя, где же ему быть? Беги, Варька, в дом. Стол накрой. Вот заодно и вместе пообедаем. А, заманчиво. Спасибо за приглашение, но некогда мне. Горяченького поешь, ничего не случится. Давай, давай, заходи. Здрасте. Здравствуй, Варенька. Заходи. Расселяют нас, Петр Андреевич. Проходи, проходи. Ну, рассказывай. Рассуют по разным детдомам. И точка. Лоскутов сказал, документы готовить. Садись. Гнида еще та, твой Лоскутов. Столько мне крови выпил, пока я конюшню на себя оформлял. Мать, принеси нам водки. Зря ты так на него. Сан Саныч нормальный мужик. Он всегда помогал нам. Но сейчас, говорит, в бюджете на нас нет ни копейки. Проворовались? Вот и нет. Угощайся, Сергей Иванович. Угощайся. Свеженькое, домашнее. Да нет, нет, спасибо, я сыт. О, знаю, как ты сыт. В своем детдоме. Клава мне говорила. Давай, давай, не стесняйся. Да не могу я. Судьба детей решается, я тут сало жрать буду. На жалость не дави. Давай рассуждай здраво. Здание твоего детского дома дрянь. Его не ремонтировать, отстраивать заново надо. Может, действительно, твоим детям в другом доме лучше будет, а? А может, и дочери твоей в чужом-то доме послаще будет? А ты-то, если побогаче тебя? Может, ты прав. Что ты от меня хочешь? Войной на район идти? Детдом я отремонтирую, расшибусь, но отремонтирую. А вот дети, может, по домам разобрать. Вот что, ребят, вы мне все тут не чужие, поэтому врать я не могу и не хочу. Дела наши, сами видите, никуда не годятся. Денег на ремонт нашего детдома у района нет. Удивил. У них на зарплату денег полгода нет. Погоди, дай человеку сказать, а? Потому в администрации было принято решение нас закрыть, а всех вас расселить по другим детским домам. Я против этого. Но если кто-то сам захочет переехать, тут я возражать не буду. В других местах есть детдома.
получше нашего, да говорят, еще и с бассейном. Так что, если кто захочет, просто поднимите руку. Погоди, Сергей Иванович, а что делать-то? Мы что, так и будем здесь жить, что ли? В палатках? Пару месяцев придется потерпеть. Я был у атамана, завтра станичники соберутся на сход, где решат, готовы ли они разобрать вас по своим домам. Как это разобрать? Очень просто. Если согласятся, временно будете жить в семьях станичников. А у кого именно? Да ты не беспокойся, Тарас. Тебя к атаману возьмут. Надо ж кому-то навоз с лошадями убирать. Ничего себе. Ладно, ребят, хватит. Завтра на сходе все и решится. Занимайтесь своими делами. Ты здесь. Здесь, мой мальчик, здесь. Охота, аж ухи пухнут. Не ухи, а уши. Да какая разница, все равно охота. Да погоди, курильщик. Пускай уснут сначала. А слыхали, Митрич сказал, что никого никуда не возьмут. Никому мы нафиг не нужны. Угу. Больше слушай, Митрич. Он вообще в летающие тарелки верит. А ты что, в летающие тарелки не веришь? Че, я дура, что ли? А может быть, ты, Катя, в мертвяков не веришь? Да. В таких жутких-жутких мертвяков, которые приходят поздно ночью и говорят: «Отдай мое черное сердце!» Ты, блин, дурак! Заткнитесь, а! Поспать можно? Ты спи, ты спи! Зануда! Жутко! Захар! Ну что, казаки, о том, что детский дом рухнул, знают все. Поэтому языком зря трепать не буду. На сходе один вопрос. Поможем детдомовцам или нет? Ну а что, нужна материальная помощь? Давайте сбросимся деньгами. Ага. Тебе хорошо говорить, буржуй, у тебя магазин. А мне самому кто б деньги собрал? Я второй месяц без работы. Моя баба меня скоро живьем сгрызет. Вот меньше шири. И работа будет, и деньги. Ладно, хватит галдеть. Дело тут в другом. Климов Сергей Иванович сказал, что хотят детский дом расформировать под это дело. Детей разбросают по области, кого куда. Вот туда им и дорога. А то уже достали все. Вон все сады облазили. С нашими дерутся. Точно, точно. Он у меня ведро уперли. Знаю, станишники. У всех у вас к детдомовцам свои счеты. Но вы только сами подумайте. От чего они по вашим садам и огородам шарашатся? От хорошей, что ли, жизни? Когда пацаненку с утра до вечера жрать хочется, а спросить не у кого. Мамки нет, папки нет. Сада тоже нет. Да не, ну все понятно. Что, давайте сбросимся деньгами, я предлагаю. Да можем сами отремонтировать. Благо, образование позволяет. Ну или так. Здорово. Казаки! Дорогие станишники! Хочу сказать спасибо, что собрались здесь, побросав свои дела, семьи, дома, ради чужих детей, ради них. Помощь ваша нужна. Я знаю, мы не самые лучшие соседи. Между нами всякое случалось. Чего греха таить? И дерутся мои ребята, и стащат, чего бывало. Вот, Дим, а тут все святые собрались.
Так вот, земляки, у меня к вам одна просьба. Не дайте закрыться детдому. На пару месяцев приютите только. Очень прошу. Давайте решать, станишники. Ну, как тебя зовут, красавица? Катя. Катя. Поживешь у меня немного. А то у меня в семье женский хор. Жена да дочка. Ну. Пойдемте. Ну, пойдем. Чурет, красавчик мой. Это Полина, и все. Савелий вернется. Чего скажешь? Тихо, тихо, тихо. Он мне пока не муж. Тебя как зовут, пацан? Захар. А я Полина. Пошли. Так, Матров, как зовут? Владик. Со мной пойдешь. Ну, выбирай, кто тебе приглянулся. Какая разница? Выбирай любого. Это же на время. Что на время? Можем навсегда жить. Или своего родим, а? Опять 25. Чего? С меня твоего Аркашки хватит. А мне не хватит. Вот сам и рожай. И родю. Пойдем. Игнат, давай мы возьмем ребенка. Маша, ты что, сдурела, что ли? Какой ребенок? Тебе он самой впору косички заплетать. Вместе мы справимся. Какой справимся? Я целыми днями на работе. Маша, ты как брякнешь, что ли, так прямо... Ну что, пойдешь с нами? Вить, оставь его. Не видишь, он немой какой-то. Я не мой, я хромой. Ну ничего, бывает. Ну решайся, пойдешь? Ваня, иди, не бойся. Дядя Витя человек хороший. Давай нас не позорь, хорошо? Пойдем, у нас тебе будет лучше. Пойдем. Да пойдем, пойдем. Давай, не робей. На мотоцикле катаешься? Научим. Не переживай, вечером увидим. Ну? Вадим, пойди сюда. Ну, дело есть. Останься с нами на стройке в виде исключения. Не понял. Ну, ты, парень, крепкий. Твоя помощь на стройке, ох, как пригодилась бы. Останешься. Да мне пофигу. Да. Ну что, начало положено? Ну, осталось самое простое. Дом отремонтировать. Да уж. Ой, пошли. Пошли. Торопимся. Дочь, ты мой красный платок не видела? Мам, так он же здесь. Давай, отец ждет. Ух ты. Это твоего бати? Да. Круто. Красивый. Ну что, пошли дом смотреть? Пойдем. Наверх. А что, у вас комнат много? Шесть. Шесть? Богачи, значит. Знаешь что?
Мой папа здесь все своими руками построил. Пошли. Это моя комната. И твоя теперь тоже. 6 комнат вы мне отдельную пожалели? Ну, я думала, тебе со мной лучше будет. А спать-то я где буду? На полу? Ладно, пошутила. За стеной гостевая комната, жить будешь там. Ты что, еще в куклы играешь, что ли? А что у тебя там? Одежда. Ого! Нифига себе! А зачем тебе одной столько барахла? Ну, я не знаю, мне родители покупают. Уж бы они тебе еще книжек покупали. То тебе тут даже фантастики нет. Было бы у меня столько денег, я бы их на фигню не тратила. Ну-ну. Я сейчас. Кать, иди сюда. Кать! Кать, я тебе... Ты куришь? А ты нет? Нет. Приличные девушки не курят. А-а-а. Родители богатые, не куришь. Так ты уж приличная, да? А я, значит, нет. О, быстрюка поймали. Че, в магазине что-то стянул? Давай встречай гостей. А че, хромого взяли, целый не достался? Я говорю, дам тебе по башке. Че, спросить уже нельзя? Нельзя. Это Ваня. Он из детдома и пока поживет с нами. Угу. А вот ты мог бы прийти на сход. Там вся станица собралась. Еще чего, мамуля? Мне что, заняться, что ли, больше нечем? Подвешивай, можно, а? Можно. Давай, Ванька, осваивай технику. Ну, все. Угу. Ты меня понял, да? Да. Да. Пойдем. Пойдем. Аркадий! Проходи. Проходи, проходи, не стесняйся. Да, да, не стесняйся. О, Аркашка, слушай, будь другом. Посмотри, пожалуйста, за Ваньку, у меня башка что-то раскалывается, а? Я в няньке не нанимался. Какой ты все-таки, а? Я ведь тебя по-человечески прошу. Я тебя тоже по-человечески просил. Светка, не дури отцу голову. Захлопнись. Сопляк еще со мной так разговаривать. А чего она вас Светка называет? Разве может так маму называть? Слава богу, я ему не мама. Аркашка дядя Витин сын. Так вы ему мачеха, да? Да, мачеха. Злая-призлая мачеха. Как и сказки. И сейчас я тебя защекочу. Защекочу, защекочу, защекочу! Брат, да ты у нас трубочист, оказывается. Почему? Мне вот, знаешь, только в шее дома не хватало. Знаешь-ка что, пойдем скупаемся, я дам тебе чистую одежду, да? Неправда. Я не вшивый. Ну, прости. Ну, конечно же, не вшивый. Просто... Просто я хотела тебе показать нашу новую ванну. Там такая сложная колонка. Ты знаешь, что такое колонка? Чего вы думаете, если я здесь дома, то совсем дурак, что ли? У нас там даже компьютер есть. Mm-hmm. Правда, он не работает. А чего обидчивый такой?
Не хочешь смотреть, не смотри. Есть будешь? Буду. Ну, пошли есть. Пойдем, пойдем. Буду, не буду. Здорово, Аркаш. Здорово. Чё такой кислый? Движок-то починил? Починил. Ну вообще красава. О! Батя в дом детдомовского притащил. Такие сопли над ним развели. Ага. Зачем его притащили-то? А ты спроси у него. Детдомовские вообще оборзели. Пой ты все-таки, малой, как пробка. Теперь мы их и достанем. Это почему? Не, он реально тупой. Потому что за ним далеко ходить не надо. Ладно. Дуем на обрыв, там пацаны ждут. Как? Глянь, какой красавчик, была бы я помоложе. Ну, давай носи на здоровье. Да неудобно. Чего неудобно? Говорю, носи, значит, носи. Да это же мой муж, наверное, своему купили. Значит так, во-первых, подержи. Савелий мне не муж. А во-вторых, давай без этих любезностей. Полиной на ты, понял? Понял, Полин. Сейчас борщ будет. Ковришку любишь? Не знаю. Чё это не знаю? Аллергия, что ли? Может, и аллергия. Так нас в детдоме особо ковришками не баловали. Эх ты, сиротинушка. Ну ничего, я тебя живо откормлю. Еще краше станешь. Слышь, Полин, давай договоримся. Я тебя на «ты», а ты меня сиротинушкой не называй, хорошо? Хорошо. Телефон? Алло! Славушка, привет! Все нормально. Все нормально, говорю. Че ты так орешь, а? Я отлично слышу. Ты когда вернешься? Только послезавтра. Ну, конечно, скучаю. Я-то тебе сюрприз приготовила. Ну, какой-какой. Если я скажу, никакого сюрприза не получится. Ну, ладно, у нас это... Ребеночек появился. Ну как откуда? Родила и воспитала в ускоренном режиме. Тебе это все не досуг. Тебе и до ЗАГС со мной дойти не досуг. Ладно, ладно, что ты испугался-то? Да я пошутила. Все, все, успокойся. У нас детдом рухнул, станичники детей на время разобрали. Ну и мне ребеночек достался. Ну, конечно, ненадолго, но месяца на два всего. Нет, я не справлюсь. Что, я совсем безрукая, что ли? Сав! Ну все, давай. Мне тут еще больше доделать. Давай, я тебя целую. Пока. Все. Я пойду погуляю. Я ж не под арестом. Конечно, иди. Чего спрашиваешь-то? А ты борщ будешь? Да ё-моё, а! Нам это в жизни не сделать. Ничего, глаза боятся, руки делают. А, вообще-то я в армии в стройбате служил. О! Кое-что помню. Ага, в стройбате? При царе Горохе, что ли? Почему? Прихвощая Никита Сергеевича. Веселый был человек. Коммунизм нам обещал, прижизненный. Жаль, не успел. Враги помешали. Ладно, разберем пока эти завалы. На стройке что-то может пригодиться. Вадим, давай сюда. Я на стройке вкалывать не нанимался. Кому надо, пусть сам пашет. Куда пошел, Тарасов? Вернись! Говнюк он и есть говнюк. Скорее бы у срук-то сбагрить. Хорош, Дмитриевич. Да ладно, Иваныч. Тарасов там сразу ко двору не пришелся. Он 16 лет сиротой стал. А это здесь при чем?
Тогда было понятно, что он воспитывай, не воспитывай, бандит да бездельник. Ты на себя посмотри, а, трудоголик, а. Вот как ты примотал? Вот как ты примотал? Все же развалится. Я тебе вчера показал, как приматывать надо, ты а? Ты чего там понимаешь-то, а? Ты иди свои вон фрикадельки готовь. Иди-ка посмотри, вот трой рукой, здесь брезент весь слетит. Да где тут слетит да чего? Да вот, вот, Петро, вот, все, летит уже, вот. Да ты если ногами пинать будешь, да летит. Да, вот, вот, ручкой я взяла, и все полетело-то. Ты не слышала, и там открыто было. Слушай, ты красиво танцуешь. Может, в воскресенье на танцы сходим? Тебе что надо? Соля хотела тебя попросить. По-соседски. Ты вчера просил. Вчерашняя закончилась. Ну, ладно, пока. Чеграш, здравствуй, мой хороший. Чеграш, привет, привет. Как ты, а? Рожа. Что делать будем? Можно картохи на печь. Тебе лишь бы пожрать, малой. Конечно. У тебя отец-то богатый. А моей матери второй месяц зарплату не платят. Не скули. Сейчас главное детдомовских из станицы выжить. Да пусть живут. Че нам они? Ты пасть закрочишь, мне бздуны не нужны. Че значит пусть живут? В школу нашу ходят, по домам шарятся. А завтра девок наших хлапать начнут. Да у них свои девки есть. Чиж, ты чё? А ничего. Вон Катька, ничего такая. Симпатичная. Шалава твоя, Катька. Чё, если она тебе в нос сунула, то сразу шалава? Чё ты сказал? Ещё раз вякнешь, шею сверну. Понял? Понял? Понял. Да хорош вам! Дел больше нет. Фадей, смотри. А кто это? Детдомовский чешет. О, даже придумывать ничего не надо. А чё? Ничего. Сейчас урыльником он очистим. За что? Было бы за что, убили бы, придурок. Пошли.
Воровать нехорошо, Захар. Тебе мамка в детстве не говорила? Откуда у него мамка? Его в капусте нашли. Не, не в капусте. В дерьме. Всех быстряков в дерьме находят. Ты чё там шарился, а? Чё, слышь, когда страшно, Захар? Пацаны, давайте без Махача. Конечно, без Махача. Мы тебя просто отметелим, чтобы ты по станице не шатался. И в магазине у бати моего ничего не тырил. Или ты это купил? И у бати своего спроси. Он мне все и продал. Значит, деньги стянул. Захотел. А ты в могилу? Пошли отсюда, шоколию! Слышь, валим отсюда! У него башню сорвало! Спасибо. Что тут делаешь? Ты что тут делаешь? Да вот, не перематывает. Пытаюсь разобраться. Еще раз хапнешь что-нибудь без спроса, я тебе вторую ногу переломаю, ты понял? Понял? А это что за барахло? Тебе Свет сказал, что я тут спать буду. Свет, не хозяин! Товарищ капитан! Кейс нашли! Неси сюда! Привет! Привет! Лежал на заднем сиденье. Кто такой из веков и что в наших краях делать? Что-то я устал, как собака. С этим что будем делать? Мне тоже. Поедешь в город, отдашь дежурному. Позвать есть что-нибудь? Слушай, посмотри на кухне. Мальчишки вроде не все съели. А. Чего, как они? Аркашка весь помятый пришел. Бровь картошкой. Пацаны, пусть дерутся. А это как его? Ванька. А Ванька, да. Весь день в комнате просидел. Тихий пацанчик, нам повезло с ним. Ну, а ты чё как? Я пойду спать.
Давай, спокойной ночи. На остановке ждет. Смотри. Че? А? Получше все. Пошли все. Это что такое? Не знаю. Захар, идиот, бью тебя! Тише, 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 на, за смелость. Не надо мне за смелость. Да не. Возьми. Меня Фадеева так накормили. Думал, помру за столом. Че, не обижает тебя этот дебил на мопеде? Да че он мне, урод конченый. Сам разберусь. Этот фадеевский сынок кретин полный. Во-во. Они нам, кстати, стрелку забили. Когда? Завтра. Пойдем с тобой по домам пацанов постарше собирать. Тарасов берем? Нет. Ты, кстати, тоже не участвуешь. Че, Катюх? Как дела-то? Как устроилась? Нормально. Красноросок не обижает. Девчонка и хварька мне даже оладушек напекла. Че, губёжку раскатали, да? Домой попали. Ты че, Захар, твоя Полина плохо готовит? Или что, жадная? Не, хорошо готовит. Не жадная. Только она не моя. Че, расслабились-то, идиоты? Мамку почувствовали? Домой попали? Да вы нафиг там никому не нужны. Как и раньше. Захар, ты че? Не надо тупить. Привыкнуть и хуже будет. Девушка, спасибо. Очень-очень вкусно.
Свет. Что, спишь, что ли? Нет, тоже сидит, зевает. Ну чего? Вичка, мне в область надо постричься. А то я скоро совсем одичаю. Какие проблемы? Надо постричься, держи, постригись. Я сегодня все равно везде в магазине. Держи. Я могу на автобусе. На автобусе? Да. Моя жена на автобусе. Моя жена на автобусе не ездит. Все, всем привет. Жуй давай. Папа, а пусть мне Светка из области подножку новую для мопеда привезет. Во-первых, не Светка, да? Да. Во-вторых, тебе надо, ты проси. Все, пока. Ну так что, как насчет мопеда? Привезешь подножку? Аркашка, купи сам. Я ничего не понимаю в этих железках. Ну, у тебя же такой консультант. Прикуси язык, парень. А ты хвост-то подбери, шалава. Еще одно подобное слово, и я все скажу отцу. Да. Я тоже. Да. Только поверит он мне. Ну ладно, мальчики, не ссорьтесь. Я после обеда вернусь. А ты чё вылупился? Я так больше не могу, Игнат. А что такое? Неудобно? Руку отлежал, киска. Ну при чем тут рука? Аркашка что-то подозревает. Все время намекает мне. Да ладно. Он же пацан совсем. Какая ему вера? При чем тут пацан, не пацан? Так больше продолжаться не может. Скоро по всей станице судачить начнут. А, пусть. Тебе-то может и пусть. Ты у нас птица залетная. А я, между прочим, замужем. Игнат, не молчи. А что говорить? Я ж себе силком за Фадеева замуж не тащил. Понятно. Светик, да ладно, ты что, обиделась, что ли? Отстань. Ну, ты куда? У нас же полно еще времени. Да ну. У всех у вас, у мужиков, только одно на уме. Свет, ты что? Отвяжись. Свет. Да. Ты меня хоть любишь? Что за вопрос? Конечно. Киска. Эй! Погоди! Привет. Ну, допустим. Ты не очень занята? Дед, чё? Дурочка, я же не просто так. С одним дельцем не поможешь, я тебе заплачу. Я за деньги не помогаю. Ну, еще лучше, на бензин сэкономлю. Слушай, ну правда, помоги, пожалуйста, в 5 минут управимся. Ну, чё там? Пойдем покажу. Машина моя. Твоя. Ну, а чё не моя-то? Вот, сюда пойдем. Ну чё? Может, прогуляемся вон в те кустики? Слышь ты, мало тебе по сапатке накидала, урод. Давай, давай, чеши, еще погуляем. Какая.
Климов! Да, Сан Саныч. Сергей Иванович, ну сколько ждать тебе? Мне уже уезжать пора. Да еле доехал, а то рухлядь ни на что уже не годится. Ну. Рухлядь. Саш, иди в машину уже. У меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? Ой, хватит плохих, давай с хорошей. Денег я не достал. Зашибись, какая радость. Погоди, Сергей Иванович, ты дослушай сначала. Денег не достал, зато стройматериал достал. Врешь. Врешь. Клянусь красотой моей тещи. Теща моя видела? Ну вот, только доставить я тебе не смогу. Так что с транспортировки крутись сам, как можешь, извини. Ну, а плохая-то новость где? Плохая? Да. Так это и есть плохая, Сергей Иванович. Ты что, заработался? Шутки не понимаю. Да побольше бы таких плохих новостей, Сан Саныч. Только вот еще, а? Климов. Значит, я это тебе стройматериал даю под свою ответственность. Потому что разрешения на установление детдома еще нету. Разрешат. Как только за них все сами отремонтируют, сразу разрешат. Дай бог. Спасибо. Спасибо. Что саримся, соколик? Церемонию возьмем. Подышал, давай, да? Украсть, что ли, что-нибудь хочешь? Больно надо. Привет, Маш. О, я помогу. Здорово, заяц. Вот спасибо большое. Хоть один настоящий помощник. Григорина! Должна тебе была. Григорина! А, спасибо, Маша. Ага. Ну что, много покупателей? Да не жалуюсь. Маш, украдет ли что-нибудь? Не украдет. Ну, смотри. Полин! Полиночка! А ты кто такой паренек? Я-то? Неважно. А ты кто такой? И какого без стука вламываешься? Я тут живу. Че? Тут я живу, и Полина. Че ты борзеешь, парень? Ты здесь живешь, и Полина? Да. Ты и Полина? Да, я и Полина. А я что здесь делаю? Не знаю. Да нет, это я живу здесь, и Полина. Что-то я тебя не видел тут. Это я здесь живу, и Полина. Да топор, убери руку. Топор, положи. Положи топор. Не дам. Ты что, брось топор? Я тебе сказал, брось. Не дам. Я объясню, что хочу. Руки убери. Сейчас я уберу сопляк. Сейчас я вот так. Поля, Поля, убили, убили, зарезали. Срубили. Кого там убили? Полька, беги до хаты. Беги, Савей твой вернулся. А там этот детдомовский с тупожишей. И на него. Милицию! Милицию все, надо! Все, все, тихо, тихо. Маш? Да. 42 рубля. А! Да. Ой, хорошо. Сутки за рулем, загривок отваливается. Лей. Че, платят-то хорошо тебе? Да хорошо. Сколько заработаешь, столько и заплатит. А ну, ливани еще. Сава! Полюшка. Полинка, головушка. Ой, пошел к черту. Напугали до смерти. Соседка сказала, вы друг друга перерезали. А ты слушай больше этих кур. А что ты здесь делаешь? Ты же сказал, завтра приедешь. Угу. Опять проверяешь? Проверяю. На такую красавицу охотников много найдется. Ну, что ты при ребенке-то, а? Да какой же он ребенок? У него своих скоро полстаницы бегать будет. Ну, что ты бреешь, а? А?
Привела, спади. Иди в дом. Там картошка с мясом. А ты? В магазин. Приходи. О! А заяц кому? Ну, ты же сказала, что ребеночка взяла. Подсовываешь. Сама виновата. Оп! Хочешь? Ой, не, сейчас лопну. Горячий еще, с капустой. Ну ладно. Вкусно? Угу. Я сама готовила. Хочешь, научу? Мне. Это бабское дело. Я замуж не собираюсь. Ой-ой-ой. Я в науку пойду, ученым стану. Ну, давай, подавай. Слушай, а это правда, что вы в детдоме такие дружные? Саш, давай без сисюканья. Я хотела спросить, у вас есть один парень, Вадим Тарасов? Полный говнюк. Почему? Потому что мычит только, из-за чего сразу по роже. Вот и дом у нас один такой. Вот Захар Зимин. Вот Захар, Захар. Я смотрю, ты в него втюрилась. Я втюрилась. Ты хоть думаешь, что ты говоришь? Я втюрилась, блин, в Захара. Вот вы где, голубки мои. А я вас во дворе ищу. Катерина, хочешь конюшню покажу? Лошадей любишь? Еще как. Пойдем. А можно я с вами? Возьмем ее с собой. Ну, возьмем. Пошли. Я сейчас, секундочку. Обыгрывает тебя Варька? Да нет, я ее. Да ты что? Да. А я все время проигрываю. Пап, вообще-то это я выиграю. Здрасте. Здрасте. А Ваня дома? Пойдем. На войну собрался? Почему? Палку взял, воротник задрал. Знаю я ваши дела. Да это от забора просто отвалилось. Mm. А чего забора-то? Там... Да это... ладно, мне все равно. Яблочко хочешь? Нет. Витамины. Не хочу. Он там. Здорово. Привет. Хозяйка твоя хитрая стерва. Глаза такие шальные. Палку мою запалила. Че, уже идем? Да. Давай, давай, на фото. Санек, иди сюда. Здорово. Здорово, Захар. Короче, завтра стрелка с местными в 8 у реки. Все! На сливу не налегай, а то в сортире будешь ночевать. Да ладно, не гони. Будешь? Нет. 21 будешь? Ты прошлый долг верни. Да ладно. До завтра. А чё, наши-то как? Да все нормально. Живем до отвала. Вы-то как? Лучше всех. Короче, никому ни слова. Мальцов не бери. Катька что спросит, молчи. И никаких ножей. Климову подставим, всем хана. Понял. Давай. Эльбрус. А это кто? Харбин. Грустный что-то сегодня. Харбин. Дагир. Ласковый, добрый конь. Вот только жрать любит не в меру. Иди, иди. А вот это гордость моя. О, я знаю, ты Чеграш. Откуда ты знаешь? Да на Сиди Домске его знают. Чеграш. Самая красивая лошадка. Лошадка. Жеребец. С характером. Ничего. Найдем ему хорошую кобылку. И Бог даст, увидим породу новую, краснорусскую. А ну-ка, пойдем покажемся.
Пойдем, пойдем, пойдем. Тиграш. Вадим! 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 Я знаю, что ты здесь. Не бойся, я не скажу папе. Зря ты прячешься. Отец, наоборот, радуется, если кто лошадьми интересуется. Угу. Знаю, как он рад. Рапником по спине. Говорю, не прячься. Папа думает, если ты по углам хаваешься, значит, хочешь что-нибудь украсть. Про меня все так думают. Нет, не все. Ай, хорошо. Молодец. Ай, молодец. Захар, Ванька, гляньте, я на Тиграше. Кого зовешь-то? Да это наши дедомские, Захар и Ванька. Захарка, идите сюда, можно. Дядь Петь не заругает. Здрасте. Здоров. Захар. Петр Андреевич, можно просто дядя Петя. Ну, а тебя как величать? Ванька. Ну, какой же ты Ванька? Так только поросят зовут. Иван, так надо взрослого казака называть. Годится? Годится. Если хочешь знать, ты... Ты мне... Что? Ты мне давно... Варвара! Варь! Иди-ка сюда! Помоги закрыть. Варь, ты что, заснула, что ли? Нет, я сено убирала. Ну, какое может быть сено? У нас гости. Иван, Захар. Пап, мы же в одной школе учимся, ты забыл? А, тем лучше. Возьми лошадок посмирнее, да и сходить с ребятами в степь. А у меня дел по горло, я пошел. Ну что, пойдете? Пойдем. Стрелю, крутиться перестанет. Да шучу, шучу. Ой. Да что у нас там? Еда готова? А то. Да? Ну. А что приготовила-то? Борщ. Борщ? Ой, со сметанкой. Иваныч, на, давай отдохнем, что ли? Ну, давай уже это добьем и перекур. А что у нас пацаны сачкуют? Давай соберем всех. А что им здесь делать? Что они умеют?
Этим рабочие должны заниматься. Ну, то ты оно. То ты оно. А нам что, без дел сидеть? Погоди, будет отмашка. Приедут строители, и дело веселее пойдет. Да когда у тебя будет отмашка эта? Тарасов, ты где бродишь-то? Есть будешь кашу гречневую? Я с тобой разговариваю, а? Если ты голодный, садись, ешь. Если сытый, вставай работать. Я не буду. Ну, для себя же постараешься, а? Тебе же здесь жить-то. Я через полгода в армию. Других подумай. Они обо мне подумали? Говнюк ты неблагодарный. Сергей Иванович от тебе 16 твоих годков думает. Я каждый день по 3 раза жрать готовлю. Для себя или для тебя? Вот Митрич с больными ногами. Вы за это зарплату получаете. Да ты ее видел? Зарплату-то нашу. Слезы. Да и ту, которую месяц не дают. Пойдем работать. Ну-ка, вставай, я сказала. Вставай. Сам хочешь в степи жить, пожалуйста. Малышам крыша над головой нужна. А давай, давай. Давай, иди работай. Ах ты, гадюка, что? Скажите спасибо, что вы женщина, тетя Клава. Точно, Тарасов, скажи мне спасибо, давно пора. За то, что я, баба, кирпичи здесь таскаю для твоего удовольствия и тепла. За то, что в 4 утра встаю, чтоб ты кашу горячую сожрал на завтрак. А мне еще молока для этой каши добыть надо, Тарасов. Ты хоть раз в жизни картошку для всего детского дома почистил? Я тебя спрашиваю, а ты добыл эту картошку, выпросил? Ты хоть когда-нибудь о ком-нибудь, кроме себя, позаботился? Пустое место ты, Тарасов, а не мужик. Вот ты где, красавица. А я тебя полдня по всей станице ищу. Да я на рынке была, ты же знаешь, молоко. О, неугомонная. А что, про меня-то забыла? А? Ты что, нет, совсем нет, Игнат. Слушай, давай-ка мы твою колесницу день припаркуем на часик, а? Да я грязная вся, как поросенок. Всю пыль по дороге собрала. Дурочка, с пыли-то она слаще. Портфель забыл. Боё. Вить, ну ты что делаешь? Козом. О, я же отчет забыл. Спасибо. А почему ты этим занимаешься, а? Потому что я и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Все, поехал. Давай. Приезжай ко мне на работу. Чего будешь дома относить, а? Нет уж, спасибо. Я твоих баб злить не хочу. Хорошо. А я буду сидеть скучать. Скучай. Всё. Пока. Пока. А где Аркашка? Понятия не имею. Малой тоже свинтил куда-то по-быстрому. Вот засранцы, а. Все, поехал, пока. Почему ты мне ничего не рассказываешь, Игнат? Чего ты говоришь? Ничего. А, да куда, Маш? Ну, у нас же времени еще полно. А мне пора коровник чистить. Коровник? Угу. Да пес с ним. Ты же не по этим делам, Маш. Ты же хотела в город поехать путешествовать. Да я сейчас хочу. Только что ж мне там одно делать? Ты меня позвала, я поехала. Все же от мужчины зависит. Нет, Маш, не все. Не модная ты у меня девка, но вкусная. Слушай, я по тебе так соскучился, киска. А почему мы вместе не живем, Игнат? Ты же сказал, нам стесняться нечего. Ну, дай время, заживем. Маш! Ну, разве я когда-нибудь тебя обманывал, а? А ты меня любишь, Игнат? Что за вопрос? Конечно, киска. Значит, заживем вместе? Живем. И что мы будем делать? Что мы будем делать? Что мы будем делать, а?
Что мы будем делать, а? Стой! Предложение такое. Без ножей и палок. Только руками. Как так? Твой кореш меня чуть пером не пырнул. А где он, кстати? Он не при делах. А девки ваши, с ними чё? Они тоже ни при чём. А хромой чё, тоже зассал? Нет, так дело не пойдет. Переносим встречу. Давай сейчас решим, слышишь? Это моя территория. Я сказал, переносим. Тебе что-то не нравится? В следующий раз тот же состав будет. Посмотрим. Пошли, пацаны. А что, мать, отличных Климов ребят воспитал, а? Просто отличных. А это заводил у них Захар. Ну, просто вылитый казах. А помню, что о них говорил-то. Ну, открыто признаю, мать, кругом был неправ. Вот. Варь, а ты еще с Захаром-то не дружишь? Почему не дружу? Я со всеми в школе в нормальных отношениях. Нормальных, кисель холодный. Смотри, как детдомовские дружат. Друг за другом стеной стоят. Правда, Катерин? Да. Захар за нас кого хошь порвет. А мы за него. Молодцы. А Захар-то как с лошадьми управляется? Как будто бы в седле родился. Варь, небось, в школе-то он на дне двойки учится. Я не знаю. Чего ты не знаешь? Пап, ну я должна за его оценками следить. Мне бы со своими управиться. Ой, да Захар нормально учится. Это Тарасов двойки приносит. Тарас, это угрюмый такой. А, ну так видно, что он тупой от природы. Ну, Петя. Как не стыдно, папа? А чего мне стыдиться-то? Бог, когда ума отсыпает, не спрашивает, кому сколько. Вадим вовсе не тупой. Просто он никак привыкнуть не может. Он в детдом 16 лет попал. А чего так? Его родители бандиты убили, когда они магазин в городе открыли. А что ж, у него родней не было, чтобы к себе его забрать? Только тетка. И то она в этот день с ними в магазине была. Ух ты, Господи. А ты откуда это знаешь? Пап, мы же одноклассники. Да, Тарасова поэтому в детдом отдали. Забирать некому. Бедный парень. Да че бедный? Вон у Захара родней полно, никто не забирает. Алкаши все. Захар, Захар! Надоел мне ваш Захар! Варь. Варвара! Встань, Сав. Полинка. Руки убери. Полинка. Что ты как мальчишка? Соскучился. Прекрати, Захар. Что? Маленький, что ли? Прекрати. Месяцок потерпишь. Бери. Чего это? Да не возьму, не маленький.
Бери. К утру холодно станет, сам спасибо скажешь. А это еще чего? Поесть тебе собрала. Пить. Чего еще? Долго это будет продолжаться. Ты до конца жизни на конюшню собираешься ходить ночевать? Сколько надо, столько и буду. Продай ты им этого чегроша. Окаянного. Про это даже думать забудь. Чегрошу цены нет. Ты хочешь, чтобы я его своими руками загубил? Убьют нас всех. Смотри, что в мире делается. Не убьют. Не бойся. Все, иди домой. Не спишь еще? Нет, заходи. Я смотрю, ты на Тараса нашего запала. Глупости. Глупости, не глупости, а запала. Че ты в нем нашла? А ты в своем Захаре? А, ну это другое дело. Он мне как брат. Мы с 5 лет в одном детдоме. Варь. Ты смотри. Руки Тарасову распускать не давай. Построже с ним. Мужики не любят, когда за ними бегают. Много ты про мужиков знаешь. Да уж побольше твоего, Варь. К нам дедомским кто только не лезет. Думает, раз родителей нет, значит, все шалавы гулящие. Я так не думаю. Знаешь что? Вот встреча хорошего человека. Влюблюсь. Замуж выйду. Тогда все и будет. Опа! Ты же говорил, что ты не пойдешь замуж. Ты ученым стать собиралась. Да, одно другому не мешает. Кать, ты что, опять курила? Да не курила я. Пойду. О! Слышь, Ванек, погоди. Да не бойся, не трону. Я не боюсь. Здорово! С дружбанами моими знаком. Это Чиж. Буш? Да не. А это Малой. Выше. Ну чё, как жизнь молодая? Нормалёк. Чё, пацаны наши не обижают? Да не. Ну если кто сунется, ты нам только скажи. Да, Ванёк, у нас сам кого хочешь. Одной левой ложкой. Правда, Ванёк? Ну да. Ладно, Ванёк. Иди сюда, дело есть. Это что? Да ты погляди. Не бзди. Красиво. Да ты примерь. Да ты на свет посмотри. Это же брюлики. Батя Светки ничего не жалеет. Ну все, позырил, клади назад. Ну ты дебил, Ванек. Сидеть теперь тебе в тюряге. Ты чего? От того, что ты тут своих пальчиков на 8 лет строгого режима оставил. Ну я же ничего не брал. Как не брал? Чиж, ты видел? Своими глазами. Малой, а ты? Видел. Оп! Ты чё? Суши сухари, Ванёк. В тюрьме пригодится. Я не шучу.
помочь? А ты что, не дома? Ночь на дворе. Нет у меня дома. Помочь, спрашиваю? Так это что такое? Что случилось? Ничего. Ладно, переночуешь сегодня у меня. А с Фадеевым я завтра сама поговорю. Оставь, заходи. Тарасов пришел. Я сейчас. Может, это? Не, не то. Не-а. Да, вот это одевай. Ну как? Отлично. А может, мне прическу сделать? Вот так. Че, смеешься, что ли? Как баба из булочной. Вот это возьми. Вот, держи. Только не потеряй. Это единственное, что у меня от мамки осталось. Спасибо. А может, мне не идти? Че, сдурела, что ли? Тебе нравится? Нравится. Ну, даже не думай. Спасибо. Давай, давай, бегом. Привет. Привет. Родителей нет дома, не переживай. Чего пришел? Тебе попало из-за меня? Вот еще. Тебя даже никто не заметил. Я думал, тебя отец убьет. Отец меня никогда в жизни пальцем не тронул. Ну, я пойду? Угу. Подожди. Хочешь, одно место покажу? Далеко? Не очень. Пошли. Можно открывать? Нет, еще пару шагов. Можешь открывать. Это мое любимое место. Что ты делаешь, гаденыш? Папа, ты не так понял. Варя, иди сюда. Варя! Я с тобой, паршивка, отдельно поговорю. Я ничего не делал. Что ж ты делаешь? Мало того, что на конюшню выходишь. Пусти! Дочку мою единственную испортить решил. Я ничего не делал. Что? 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 Пусти! Молчишь? Пусти! Пошел! Убью, гад! Вот уж не думала я никогда, что соседей своих стыдиться начну. Спасибо тебе, дочь. Ославила на весь свет.
Ладно, хватит. Сама не доглядела себя винить. Значит, так говоря, с сегодняшнего дня все будет по-другому. Не то, что со двора. Из своей комнаты ни на шаг без моего разрешения выходить не смей. Сказать мне ничего не хочешь, Варь? Ты кушай, Катя, кушай. Привет. Доброе утро. Чего так долго? Кружку давай. А Ванька где? Я несколько раз разогревать не буду. А я почем знаю? Он сегодня дома не ночевал. А что значит не ночевал? Ну то и значит. Я бы на вашем месте вещи проверил. Он вчера все у Светкиной шкатулки крутился. Что случилось? Ничего, пап. Тебе какое дело? Я гостей не звала. А ничего, я не гордая. Без приглашения обойдусь. Скажи, тебе не совестно? Неужели тебе все равно, что люди скажут? А чего мне стыдиться? Взяли в дом мальчика, сироту. И изгаляетесь? А, вот значит, кто нашего Ваньку подобрал. Заступница. Ну, спасибо, что сказала. А то я уж была в милицию собралась. Давай, я с тобой пойду. Расскажу, как вы невинного человека обвиняете. Помолчи, а. Больше всех надо. Чего? Никто парня ни в чем обвинять не собирается, не волнуйся. Это Аркашка воду мутит, к отцу ревнует. Господи, как же они мне оба надоели, кто бы знал. Никогда не ходи за вдовца с ребенком. Хлопот не оберешься. А я не собираюсь. Ты не собираешься? Не смеши меня. Хотя и холостой-то тебя не возьмет. Это почему же? Мы с Игнатом осенью заявление собирались подавать. Да? И какого года? Этого. Дура ты, дура. И не зря на тобой вся станица покатывается. Да не женится Игнат на тебе никогда в жизни. Это почему же? А ты головой своей подумай. На что ты ему сдалась такая? Живешь в халупе, образования нормального нет, работы тоже. Отец с матерью и те выгнали. Не такая женщина Игнату нужна. А какая? Как ты? Да, такая, как я. А что? Так что не будет с тобой Игнат никогда. Поняла, киска? И Ваньку верни, слышь? А то знаем мы таких, чужое хапать.
Так что, можно я у тебя останусь? Конечно, можно. Я обо всем договорилась. И в тюрьму меня не посадят. Не посадят. Ты ни в чем не виноват. Но имей в виду, разносолов у меня нет. Одна сплошная картошка со сметаной. Понял? Да. Разве что пряники иногда бывают. Любишь пряники? Люблю. И я люблю. Пошли на них зарабатывать. Здорово, Зап. Васильич, ты про круиз-контроль слыхал? Че? Ну, это автомат. Он сам машину ведет по трассе. Ну, слышал. Мне бы на газон такую хреновину. Я бы побриться успел, книжку почитать, еще что-нибудь там. Ты же меня понимаешь? Слышь, Сап. А как там ваш пацан детдомовский? Да вроде хлеб не просит. Да и Полинке не скучно, пока я в рейсе. А ты чего спросил? Да так. Если он на нее не так глаз положил, я же его зашибу, ты меня знаешь. Держи. Дурак ты, Сап. Все, у тебя мозги в одну сторону шарят. Ставь. Ой, Васильич, не скажи. Мозги всегда туда шарить должны. Женщин народ ненадежный, я-то знаю. Здрасте. Чего хмурый такой, начальник? Со Светкой, что ли, своей поссорился? Да нет, другое. Детдомовский наш ворует по-черному. Вчера у Светки подрезал колечко. Ой, бедная Светка. Угу. А мы к нему как к родному. Как же она теперь без колечек на улицу-то попрется? Ой, беда. Хватит, Юрич, я серьезно говорю. Ворует. Ну и чё? Мой Захар тоже в первый же вечер деньги из шкатулки стянул. Я ни слова не сказала. Да ладно. И чё? Да, ничего. Вернул вчера. Все до копейки. Видать, ёкает что-то у этих мальцов. Ёкает. А ты чё думал? Чё? Они у тебя за пряник по струнке будут ходить? Ты... А что ты меня взъелась-то? Я замуж как хожу, переживаю. Переживаю? Переживаю. А баба у тебя в доме есть? Пусть она подход ищет к мальцу. Или у нее есть дела поважнее, а? Все, все, понятно. Спасибо, подняла настроение на весь рабочий день. Спасибо. Знакомься. Это Зита, это Гита. Ух ты! Круто. А откуда ты деньги на них взяла? Тетя Клава сказала, что хорошая корова как машина стоит. Это не мои, это колхозные. Я их в аренду взяла. Как от матроски. Точно. Умеешь с коровами обращаться? Не. Я раньше тоже не умела. Хотела от всего этого в город уехать. Жизнь заставила? Ага. Понимаю. А мы сейчас доить их, что ли, будем? Я их уже подоила в 5 утра. Ты еще спал. Так рано. Меня было мало каждый день так рано вставать. Да они так мычат, что и не захочешь из постели выпрыгнешь. Не знаю, не знаю. Так что мы сейчас делать будем? А сейчас мы немножко приберемся и погоним их пастись. Ой. Шустрее, шустрее! Здорово, пацаны. Здорово. Захар, точно отбой? Не будем сегодня с местными махаться? Не будем. Я Климова встретил. Он попросил тихо сидеть, не высовываться. Да никто не узнает. Ну сказал, нет, ты чё, все. Давай с ним. Облом. Thank you.
А где Климов? Здрасте. Здрасте. А вы кто? Лоскутов. Слышал такого? Он к вам в райцентр поехал. Передать чего? Не надо. Как дети? Хорошо. Не балуют. Вот, ждут, пока дом поднимем. Поднимем, поднимем. Все-то у вас просто. А чё, чё грязный-то такой? Тебе надо, ты чисть. Не, ну, Тарас, ты говнюк, нет? Нет. Все сказал? Нет. Короче, Климов просил, чтобы мы с местными не собачились. У него проблемы какие-то. Ну, в общем, если что, всем хреново будет. Понял? Когда спину не сможешь разогнуть. Я разогну! Я сильный! Ты и правда сильный. Ты сегодня мне очень помог. Я хоть всю жизнь так могу помогать. Думаю, на пряники мы с тобой сегодня заработали. Это точно. Ты голодный? Да не, не очень. Я тоже. Слушай, если мы оба не очень голодные, может быть, подождем с ужином часок? А то мне в одно место сбегать надо. К инженеру. С чего ты взял? Все говорят, что ты с ним гуляешь. Знаешь что? Это вообще-то взрослые дела. Зря. Он ж кобель известный. Вань, давай договоримся. Чтоб я тебя таких слов больше не слышала. Все, я пошла. Если проголодаешься, картошка в печке. Я быстро. Игнат! Игнат, открой! Я знаю, что ты здесь, Игнат! О, Машка, ты что ли? Привет. А я думал, кто это так поздно ломится? Как уж поздно, 7 часов. Да? Но это я крепко заснул. Извини. Ну, можно я к тебе? Давай не сейчас. У меня там такой срач, неудобно. Так я приберусь. Ты моя киска. Лучше сам. Давай завтра, а? А ведь ты меня обманываешь, Игнат. Маш, ты что? Когда я тебя обманул? Ну, сегодня как-то я не в форме. Давай завтра об этом поговорим, а? А никакого завтра не будет. И вообще, мы с тобой больше не встречаемся. Маш, ты что, белины объелась? Маша! Маша!
Ты что, сдурела? Ненормальная. Нет, ты видела, да? Стерва. Я не ною. Слушай, я думаю, папаша твой оттает. Слышь, Вай, у тебя есть книжки типа этой? То спать не хочу, а? Там, на нижней полке. Ты представляешь себе, Захар меня лечил, будто капитан Немо был глухой, ел рыбику жиру. Зачем? Гад, потому что. За дур меня держит. Маш, молочка хоть попей. Отстань. Не плачь. Не стоит он того. Чтобы ты понимал. Игнат, он... Я... Я из-за него все бросила.
приехала сюда. А он меня любит. Я знаю, он мне сам говорил. А чё, что с Фадеевой гуляет? Не плачь. Не реви ты, а? Маш. На, дерни. Полегчаю сразу. Проверь. Выброси эту гадость. Как он заболеть-то мог, а? Просто. Глаза слезятся, горло. Надо чай горячий. Да у меня тут все есть. Мед и бутерброды. Пирожки всякие. Варька дура чуть со мной не увязалась. Надо посмотреть его. Ванек. Ванек, слышь, я варенье притащила. Вань, пить надо много. Слышь? Вань, ты живой там? Дурак! Дурак, блин! Уроды! Че, Катюх, нервник, черту, да? Слушай, а ты мне вообще за капитана Немо еще ответишь? А че, глухой, да, был? Рыбику жиру ел. Ел, да, рыбику жиру. Да ты что, меня за дуру, что ли, принимаешь? Думаешь, я не читала, что ли? Так ты, наверное, другую книжку Какую читала. Какую другую? Другую. Ты дурак! Дурак ты! Дураки вы все! Опаньки. Ну что? Работать будет? А куда она денется? Клапан залипал. Оно ж новое у вас почти. Ну, Игнат, руки у тебя золотые. Да? Слушай, когда ты такую систему всем поставишь? Ты же знаешь, землю орошать надо, чтобы полив равномерный был. Ты же инженер. Все, я не понимаю, что ли, Петр Андреевич? Меня за этим полгода назад к вам послали. А что, документы готовы, расчеты сделаны. Отмашки нет. Но вы же знаете, как у нас все весело. Так ты добивайся, Игнат, добивайся. Да они говорят, что у вас тут хозяйство и так все путем не горит. Че я могу? Технику выделят? Конечно, поставим. Ну ладно, будь здоров. Так, туда заносите. Слушай, а че тебе столько стекол привезли? Не детдомовские на чудили? Да, нет, просто давно хотел поменять. Купить грязь. Да? Ну, ладно, бывай. Ну, чего стоим-то? Давайте, работаем. Так у вас одно стекло вертикальное. Конечно, вертикальное. Давайте, у меня полчаса времени всего. Должны успеть поставить. Варька готовила? Угу. Ничего. Опа, с Фадеевой едет. Быстро отсюда. Оба. Ну, валите. О! Люблю, когда меня стоя встречают. Вас не ждали? Я ж тебе сказал, стрелку переносим. А теперь самое время, дружки твои в сборе. Ты чё хочешь? Тебе места мало? Мазь держишь. Ну да. Давай так, вас не тронем, только шипзика хромоногого дай мне. Мне с ним с глазу на глаз надо поговорить. Да ты пальцем его не тронешь. Пальцем? Не собираюсь. Так, кулаки пару раз об него почешу, и все. Короче, так. Одного из вас я точно изуродую. Остальных как получится. Ха!
как со мной разговариваешь? А как надо? Да? Не трожь ее! Как? Стоять! Стоять, цыпляки! Захар, иди сюда! Катька, Ваня! Катя! Сделай только шаг. Ничего, еще увидимся. Рыпнешься, все скажу твоему отцу. И заявление на тебя накатаю, понял? Пошли, иди. Маш, а тебе не больно? Больно. Зачем ты вообще полезла? Не бабское это дело. Ага, а мимо проехать бабское. Какого черта вы вообще ввязались? Неужели нельзя жить спокойно? Значит, нельзя. Эх вы, степные детки. Ну что, Сергей Иванович? Да ничего. Из Лоскутов приезжал, пока тебя не было. Ну вот, а я его не застал. Сказал чего? Да ничего он не сказал. Помялся да уехал. Понятно. Так что же нам теперь делать-то? Отстань от человека. Видишь, лица на нем нет. А где наш горе-помощник-то, а? Вот я обещал принести. Да правда, где Тарасов? Да пес его знает. Привет, мой друг. Здравствуй, мой хороший. Ну, привет. Все плохо, Чеграш. Все не так. Может, выкрасть тебя отсюда? Опять ты? Не опять, а снова. Атаман, не передумал? Нет. Вы напрасно так реагируете, Петр Андреевич. Мы предлагаем вам честную, взаимовыгодную сделку. А вы ведете себя, простите, как тупой крестьянин. Захлопнись, балалайка. Да что вы себе позволяете? Я профессиональный юрист. Все бумаги на руках. Мы предлагаем вам хорошие деньги. А я и говорю, заткнись. Чеграша не продам, не проси. Мы отдадим его в хорошие руки. Твоей же лошадке лучше будет. Я сам знаю, где моей лошадке лучше будет. Зря. Больше предлагать не буду. Я это уже слышал в прошлый раз. О семье подумай. А вот семью, гнида, не трожь! Ну-ка вон пошли с нашего двора! Мы милицию вызовем. Вызывай, вызывай давай, вызывай! Вы не имеете права. Пошли вон отсюда! Пожалеешь, поздно будет. Я не знаю, отдай ружье. Отдай. А с мотоциклом-то вашим чего? А, бегает, бегает. Просто забыл его там, у дома нашего. Сергей Иванович, вы чего-то не того. Случилось что? Да стройка на месте стоит, а время идет. Дети мои тоже не могут без подвигов. Да. Ну, глядишь, все получится. Все же вроде тихо, мирно. Только я Захара своего редко вижу. Он все с друзьями, да и по душам говорить не любит. Это точно. Ну, счастливо. Потерпите уж. Да куда уж деваться. И вам
Счастливо. Полина! А? Слушай, а мой Фадей в магазине? Нет, на базу уехал. А тот не знаешь. По наряду ты не скажешь. Какой у людей язык черный, да? Зависть съедает. Да уж вам, бабам, дай волю. Вы друг друга без перца сожрете. Угу. Ну и как там наш хромой? Головин. Угу. Да он у Маши Лавровой живет. Говорит, помогает ей, так что ничего. А нас, наверное, вспоминать боится. Ну, у вас вон и своя головная боль есть. Ну, ладно. Для всех ведь хороший не будешь, верно? Будьте здоровы. До свидания. Девятнадцать. Пятнадцать. Семнадцать. 21. Блин, опять? И что мне делать? Трусы снимай. Да, хорош, хорош. Танцуй. Санёк. Давай. Чё стоишь, танцуй давай. Чё? Катьку не видел? Нет. А чё стоим? Танцуем. Ты где шляешься? Что случилось? Кто? Фадеевский сын? Отвечай! Он сказал, что всех нас выживет из станицы. И вылавливать будет по одному. Всех. Что он сделал? Я убежала, правда. Я правда убежала. Еще раз моих. Ты и твои уроды. Я тебя убью, ты понял? Понял, чмо? Надо ноги делать отсюда. Я не могу. У меня Машка. Две коровы. Я Варьке хочу помочь. Прости. Еще Климов. Мы не можем. Хозяева! Эй! Ваш папа пришла, вам поесть принесла. Свет! Светик! Нет твоего Светика, шляется где-то. Так полегче, да?
Да. Че с лицом опять? Не часто драться стал? Я не дрался. А че, у тебя на лице макияж, что ли? Меня избили. Кто? Детдомовские. Че ты лепишь? Детдомовские. Их семеро было, я один. Ну, покажи. Окей. За что они тебе? Ни за что. Опять отобрать хотели, я не дал. Так. Запомнил их? Да. Будь дома. Пап, ты куда? Я сказал, дома будь. Здорово, Тома. Здорово, Витя. Да. Проблема наша. Какие проблемы? Помоги. Фух. Короче, Аркаху моего детдомовские отметелили. Очень серьезно. Чего ты плетешь? У тебя сам здоровый бык, кого хочешь. Измордует. Он говорит, их было семеро. Семь человек, понимаешь? На нем реально места живого нет. Что будем делать? Заявление в милицию писать. И что? Сажать? Нет, в задницу целовать. Не знаю, давайте, может, как-то сами попробуем разобраться, а? Ну, дай мы их отполосуем, а? Это ж дети, Витя! Ты что хочешь, чтобы я в тюрьму сел за рукоприкладство? Ну а что делать? Ничего не делать. Я понял. Спасибо, Петр Андреевич. Давай еще недельку подождем, пока нас всех в постели не перерезали. Спасибо. Вить, подожди. Сначала скажи, ты как? Нормально, а ты? Я нормально. Че, тебя заперли, что ли? Угу. Ясно. Куклы твои? Да. Обувайся. Вадим! Тебя хотел увидеть. Тебя отец убьет. Ну и пусть. Ну тогда пусть и меня убьет. Аккуратно. Так. Что здесь делаешь? Поговорить пришла. Не о чем нам с тобой разговаривать. Ошибаешься. Оставь Игната, не для тебя он. Ты сейчас поревешь, попсихуешь, а потом опять к нему ширинку полезешь.
Не полезу. Полезешь, полезешь. Потому что не характер у тебя, и женской гордости. У тебя-то гордости на троих. При живом муже открыто гуляешь. Да, замужем. Но не умерла ведь. Слушай, я за Фадеева по глупости выскочила. Достатка захотела. Но судьбы не обманешь. А Игнат мой человек, понимаешь? Мой. Не хочу это слушать. Ну, дурочка. Игнат так тебя и называет, дурюха малохольная. Я, говорит, с ней по шальному делу в городе переспал. Она мне на шее повисла. Он мне вообще все про тебя рассказывает. Даже как ты его в постели называешь. Какие тебе еще нужны доказательства? Так все. Уходи из моего дома. О-о-о. Ну-ну. Какой же это дом, а? Сараюшка. Да и та чужая. Иди ты уже отсюда. Тихо-тихо. Ты что, подраться решила? Я же тебе в секунду глаза выцарапу, дурочка. Поди. Что ты делаешь? Как тебя еще нужно унизить, дурех, чтоб ты одумалась, а? Я ж тебе правду говорю. Хватит! А мы гостей не звали. Защитника себе завела малолетнего. А что ты мне сделаешь, Ванюш? Водой меня обольешь? Надо будет, оболью. Ухожу, ухожу, не кипятись. Мне всегда-всегда нравился. С первой минуты. Вот как ты 2 года назад к нам в школу пришел. Правда? Честное слово. Я только думала, что ты меня не замечаешь. Еще как замечал. А что же не подходил? Боялся. Ты боялся? Ну почему? Я думал, ты меня сразу отошьешь. Почему? Кто ты, кто я? Глупенький. И сейчас боишься? Нет, сейчас не боюсь. Вадим, что такое? Конюшня горит. Какая конюшня? Ваша, давай быстро к отцу предупреди. Бегом! Засранец. Yeah.
где ты? Пошла! Ну, давай! Сюда иди! Кого-нибудь подозреваете? Может, вам угрожал кто-то? Приезжали тут из области ко мне. Нет. Им нет смысла. Кто конкретно приезжал? Неважно. Они коня купить хотели. Торговались. Им смысла нет поджигать. Им конь живой нужен был. Значит, все как всегда. Никто ничего не поджигал. Все, само загорелось. По неосторожности. Выходит, что так. Ну вот. Кто с конюшни последний уходил? Я уходил. Вот. Так и запишем, что последним из конюшни уходили вы. Тарасова. Тарасова никто на пожаре не видел, Ань? Тарасова! Ну, мальчишка, детдомовский наглый такой. Не было, Петь, я не видела. Детдомовец Тарасов. Вот. Очень хорошо. Отсюда поподробней. Что за Тарасов? Что за детдом? Короче так, в станице детский дом рухнул. Так. Станичники разобрали детей. Так. Остался один. Тарасов? Да. Что вы о нем можете сказать? Я его почти не знаю. Он тут постоянно пасется. За мной. Тарасов Вадим Андреевич!
Я. Где были ночью вчера, Вадим Андреевич, во время пожара? Я не поджигал. Ага. Ну, все это говорят, Орелик. А кто-то взял да поджег. Где ночью был? Тут. Подтвердить кто-то может? Нет, я один был. Ага. Ну, тогда придется браслетики померить. Лапки сюда. И предупреждаю, Вадим Андреевич, бежать не советую. Бегаю я плохо, стреляю еще хуже. По ногам промажу, а спину залеплю точно. Понял меня? Понял. Пошел. Чего? Я тебе завтрак принесла. Я не буду. Серьезно? Ну, как хочешь. Чего? Ты на Карлсона похожа. Из мультика. Только у тебя больше нет варенья. А может и есть. Только меня заперли эти... домоправители, домоучители. Ты его видела? Кто? Тараса? Не, его никто не видел. Ну ладно, я пойду. Ты вообще не будешь? Точно. Как хочешь. Видишь, не успел вернуться, а все уж доложили. А как же? Детдомские кучкуются. Серьезные такие. Сходки у них. Ищут что-то. И знаешь что? Сав! А! Все-таки дружные они, ребята. С товарищей горой. А может, зря? Чего это? Ну, зря. За товарищей своей горой. Что, если действительно Тарасов Атаманову конюшню поджег, а? Да нет, не он-то. С чего ему палить? Да он. Да что ты брешешь, Саф, а? Тоже Полин. Несычек нашелся. Полин, я своими глазами это видел. Чего? Что это был Тарасов? Я ехал ночью на машине и видел, как он бежал со стороны конюшни. Может, поблазнилось? Нет, ничего мне не поблазнилось. Он мне чуть под колеса не попал. Еще подумал, куда его на ночь глядя-то несет? Ну? А дальше? А что дальше? Дальше я ударил по газам, поехал. Вообще, не пойму, как я этот пожар-то проморгал? Ну, видишь, проморгал же. Держи. Давай. Да не, не он-то. Это был он. Ну что, Тарасов? Думай, кто мог тебя видеть в ту ночь. Хорошо думай. Кто меня ночью в степи мог видеть? Я один был. Ты сейчас судьбу свою ломаешь. Поэтому подумай хорошо. Если ты сейчас сядешь, ты уже не выйдешь. Веришь мне? А? Почему не выйду? Выйду. А через месяц опять сядешь. Знаешь почему? А? Потому что ты детдомовский. Профессии у тебя нет. Потому что у тебя статья. И никому ты, кроме меня, здесь не нужен. Тарасов кому-нибудь нужен? Тарасов кому-нибудь нужен? Нет. И пойдешь ты мыкаться по зонам всю свою жизнь. И давно такой идейный стал? Я не идейный, я за правду. Чужие дела ты лезешь, а не за правду. Что? Тебе что, больше всех надо? Какие чужие дела? Ну какие чужие дела? Это же краснорусский наш атаман, его конюшню пожгли. А если это не Тарасов, а? Ну я сам видел. А говоришь, парни, ни за что, ни про что, хуже того, сам сядешь. Я-то за что сядешь? Не переживай, они найдут за что. А ты ведь врешь. Ты ведь не один был в поле. С девкой был.
Вот ее и прикрываешь. Я был один. Да ты знаешь, сколько у тебя девок таких будет? Знаю. Нисколько. Сав! Привет. Тебе чё? Слушай, не говори в милиции, что ты Тараса видел. А ты откуда знаешь? Подслушивал? Нет. Просто слышал. Просто слышал? А я просто видел. Слушай, да не поджигал Тарас, конечно, ты чё? Он знаешь, как Щегроша любил. Знаешь чё, вали отсюда, без сопливых разберусь. Если надо, могу и поручительство написать, или еще что. А то ведь пропадет пацан. Точно знаю. Пока писать ничего не надо, я тоже не хочу верить, что ваш парень виновен. Но все улики против него. Следствие идет. Будут новости, я вам сообщу. Да-да, я всегда у детдома, но если меня не будет, вы передайте, меня найдут. Хорошо, хорошо, хорошо. А вы правда верите, что это не он? Вы знаете, вы на меня с такой надеждой смотрите, а я вам помочь ничем не могу. У нас и плохие вещи случаются с хорошими людьми. Мне работать надо. Извините. Семенов! Да? Что с документами? Все отлично. Не думаю, что вас еще пару дней здесь держать будут. Почему? Ну ты сам подумай. Ваш конюшню сжег. Махача постоянно устраиваете. Это не мы! Ты давай-давай руку плавненько тяни. Не мы. Не говори того, чего не знаешь. Здорово, парни. Ага. Че ты уставился, а? Не наше с тобой это дело, пили давай. А чье? Ты думаешь, я ей не говорил? Она ж никого не слушает. Как сдурела прям. Это точно. Морду бы набить ему, вот что. Штакетиной можно еще. Чтоб до города летел, козлина. Киска, привет. Отлично выглядишь. Ладно, Маш, ну что ты? Я же тебя 100 раз видел без всего. Больше не увидишь, это я тебе обещаю. Злишься на меня, киска, да? Я не злюсь. Правда? Угу. Ну, славненько. Я знал, что ты у меня большая умничка. Уходи, Игнат. То есть как уходи? Обыкновенно, ногами. Подожди, мы же только с тобой помирились. Мы не ссорились. Просто между нами все кончено. Почему? По кочану. Ты что, шутишь? Я тебя видела со Светкой Фадеевой в постели. Этого мало? Ну, ты все неправильно поняла. Просто... Просто разговаривали. Хватит, а? Подожди, Маш, я виноват, я не отрицаю. Но Светка сама ко мне пришла, стала на шею вешаться. Кто бы устоял? Я бы устоял. Ты другое дело, ты женщина. А, ты прав. Да, я женщина. Если я была бы мужиком, с тобой по-другому бы разговаривала. Я бы тебя взяла на шею, ты как... Ну, полегче, киска, ну ты что? А кисками ты всех называешь, чтобы именах не путаться, да, Харек? Харек, давай поговорим, как взрослые люди. Маш, ну, я же тебя люблю, ты же знаешь. Ты что ты? Нет, не любишь. Убирайся. Нет. Уходи из моего дома. Да не пойду я никуда. Так. Ты чего, а? Ты! Ну, живи одна, дура! Ты иди, ты! Красивая. Очень. Как думаешь, она его выгнала, а? Не знаю. Не знаешь. Вот и я не знаю. Ладно, потом допилим. Ты куда? Майку сменю. Ванек! Пошли к коровнику, наши все собрались.
Получается, никто ничего не узнал? Не-а, никто ничего не знает. Все говорят, Тарас, больше некому. Может, она сама загорелась? Сём, ну не тупи. Конечно, кто-то поджег, это ясно. И это был не Тарас. Не, ну нам-то ясно, а милиции нет. Тем более, как ты докажешь, что это не Тарас был? Никак, если сидеть и тупые вопросы задавать. Санёк, побегай по округе, поспрашивай. Может, чего у кого пропало? Ну, жалом покрути. Лады. Лады. Надо, чтобы еще кто-нибудь на рынке потерся. Я могу. Не. Надо, чтобы кто-нибудь из взрослых. У меня есть человек. Женского пола. Женского пола? Ну ничего ты даешь, Ванек. Надежный? Да. Годится. А ты сбегай на место поджога. Ну, поройся там как следует. Угу. Так были ж там на утро. И чего? 2 минуты всего были. Может, упустили что? Ты лучше подругу свою потряси. Ну, но они же с Тарасом женихались. Нет, на третий день дома на привязи сидит. Я точно знаю. Так. Через день здесь. Тащите новости, парни. Откуда хотите. Да, короче, нож нашли чей-то. Пацаны говорят, у Тарасова такой был. Фигово. Ну. Узнаешь? Это мой нож. Где нашли, знаешь? На конюшне. Что скажешь по этому поводу? Я там был. После поджога пытался лошадей спасти. Да ну. А я идиот. Санишникам поверил, которые из-под огня лошадей выводили, руки обжигали. И все врут. Все. Они туда позже пришли. Да не было там тебя. Ни одна живая душа тебя не видела. Ни одна. А вот этого вот хватит, чтобы тебя за решетку усадить. Надолго усадить. И будешь там петь песни таким же, как ты, про спасение лошадей. Семенов! Увести. Стой! А я ведь тебе поверил, слышь? Я ведь думал, правда, ты с девкой там развлекался. А то все тоньше. Тарасов спасал, да не спас. И исчез. По-тихому. Пошел вон. О, Савелий. Случилось чего? Да нет, а атаман себе? Да. Заходи. Свободно, хорошо. Тогда все будет и достаток, и уважение. Правильно. А если магнитку жрать, какой нахрен нужен? Правильно, дядь Петя. А мы ведь хорошо работаем. Хорошо. И не пьем. И не пьем. Эх, Чекраша, жалко. Такой конь. Жалко. А я видел его. Кого? Этого. Как его? Да никого. За Чекраша. Вы бы заканчивали, казаки. Будний день, на работу завтра. Простите меня, тетя.
Не вы, дядя Петя. Я по совести хотел. Чего по совести? Правду сказать. Какую правду? Да черт с ней с этой правдой. Да отведи ты его домой, Петь, от греха. Полина и так ему завтра всыплет. Ты у меня одна приветная. Принимай, хозяйка. Такой не будет. Никогда. Хороши. Чего празднуем, мужики? Посидели, поговорили за правду. Истинно так. Сказал все-таки, не удержался. Ну и что, легче стало? Да что рассказал? Ну, про Тарасова. Что про Тарасова? Ничего. Сгружай его, дядь Петь, пусть на улице валяется. Погоди, погоди, погоди. Стой, парень, ну, принимай. Ты его с утра особо не ругай. Хороший он у тебя казак. Да все вы хорошие. Ты у меня. Давай, чеши. Ну и чё? Ложись давай, герой. Блин, как же я тебя люблю. Спи, говори. Положила? Ага. Ты не мал еще в открытую курить, а, Захар? Нет, не мал. Была бы я твоя мать. Ладно. Слушай, Полин, ты веришь, что это Тарас Краснорудского поджег? Нет. А почему Сава верит? Так видел Савелий, Тараса вашего. А что он видел? Как поджигал видел? Нет. Мало ли куда тот ночью бежал. А Савелий твой все растрепал. Ты это, Савелий не осуждай. Он человек честный, зря говорить не станет. Зря, не зря. Тарас в тюрьме сидеть. Иди-ка спать. Не твое дело взрослых осуждать, понял? Живой? Угу. Ну, чё пристыл? Давай поправься. Я там рассольчику оставила. Ты меня осуждаешь? Ну, по будням так нажираться, это, конечно, не дело. Понимаю. Виноват. Виноват. Я Краснорудскому ничего не сказал. Ой, сам решай. Я уж не знаю, что как надо. И не гляди, что я ругалась. Я ж по-любому за тебя. Полинка, выходи за меня замуж. Варя, дочка, открой.
Ну что ж ты меня перед людьми-то позоришь, а? Вы меня простите, Петр Андреевич, но, может, он в ту ночь с вашей дочерью виделся? Не может быть. Она третий день дома сидит. Мать с нее глаз не спускает. Ага. О как. Наказана она. У нас в семье порядки строгие. За водой с чужим не выйдет без отцовского разрешения. Это правильно. Думал я, что пацан невиновен. Да, видать, зря. Все против него. Ничего не могу сделать, ничего. Все улики против него, все. Думаю так, если виноват, пусть отвечает. Я неоднократно по ночам гонял его с конюшни, голодранца этого. Угу. Думаю, злобу на меня затаил. Возможно. Но мы так или иначе это дело в суд передаем. А вам спасибо, Петр Андреевич. Не провожайте. Сказал, виноват, пусть отвечает. Похоже, засадить он его хочет надолго. Хреново. С Варькой поговорила? Говорила. Ревет она только, ничего не говорит. Не ест ничего. Коза. Зачем ты так? Да с моими бабами связываться нельзя. Ты не в счет. А ничего, что я здесь, я тебе не мешаю? Не-не, Маш, не мешаешь. Все нормально. А что здесь? Чтоб ушей лишних не было. Привет. Санек. Здорово. Слушай, Маша говорит, есть смысл нам еще на рынке потереться. Да никто ничего не видел. Мы с пацанами там все облазили. Там есть один здоровяк, Степан. Он все про все знает, но мне он ничего не скажет. Да какой здоровяк? Бестолку все это. Все мы там прошарили. А, да, Захар. Двое чуваков хотят лошадь купить. Я говорю, что, денег много, что ли? Они говорят, возьмем задорого, без документов. Так мы что думаем? Маш, может им твою корову, а, продать? А ты потом придешь и заберешь. А мы с денежками тю-тю. А что, бизнес? Бизнес, а? Я сейчас дам бизнес. Так подождите. Стоп. Какую лошадь? Кто хочет купить? Да пацаны местные сказали, покупатель есть. Никто же не знает, сколько лошадей у Краснорудского сгорело, а сколько убежало. Ну, вроде так. Петр Андреевич отправил всех уцелевших на конезавод в Ростов к брату, пока конюшню не отстроят. Кто поджег конюшню, хотел забрать лошадей у Краснорудского, тот уперся. Ой. Так? Сколько убежало лошадей, никто не знает. Значит, кто найдет лошадку, пойдет ее продавать. Ну? А купит кто? Да. Если хотят купить, значит, это точно те люди, которые подожгли конюшню. Надо их искать. Санек, сможешь узнать? Да запросто. Я пойду на рынок. Маш, поможешь? А почему ты? Ты знаешь, Катюх, я уже давно хочу денег срубить. Лошадку поймаю, приблудившуюся. Продам и в город махну. Из детского дома нашего. Ты серьезно, Захар? Я серьезно. Но только с тобой. Дурак ты, Захар. Короче, засадят этого урода. Слышь, Аркаш, а говорят, детдом некому строить. Что там кирпичи из состройки своровали. Черт! Да у тебя же колесо кривое. Смотри! Еще этот Захар слоняется повсюду. Про лошадей каких-то спрашивал. Ищет чего? Ты можешь заткнуться, а? Мне плевать на них. Без них жизнь хреновая. Ты чё, Аркаш? Они же уроды! И чё, кайфовать мне с этого? Положь колесо, сам сделаю.
Аркаш, мамочка твоя отцовскую Ниву взяла и к этому кобелю укатила. Куда дальше поехали, выследил? Ну да, у развилки на 5-м километре в поле съехали. Наверное, облака считают. Ты рот закрой, придурок. Эта тварь меня уже достала. Потаскуха. Привет. Чего опять? Где Нива твоя? Светлана по делам поехала. Сломалась машина твоя, пап. С чего взял? Чиж на велике ехал, смотрит, Светка возле машины стоит, мотор дымит. Попросила тебя позвать, но я же не мог не сказать, она же мамочка моя. Ты давай поёрничай мне, где сломалась? 5-й километр, развилка, поворот на Новоспасскую. Там машина раз в 3 недели ездит. Блин, дурюха, ну сколько раз я говорил, как ехать, а? Полечка, там бумаги накладные собери, ладно? Я быстро сгоняю. Светка, застрял где-то там на дороге. Здрасте. Мордасте. Ты что так-то? Послушай, старик, я тебе сейчас все объясню. Может, мы по-человечески как-то решим все? Фатяч, ты что творишь-то? Машину испортил. Витя! Подожди, машину не испорчу. Надо, слышишь, подожди, не надо! Машину испорчу. Так, я машину испорчу. Тихо. А ты как хотел? Мою жену трахать и машину не испортить? Да нет, я... По-тихому все хочешь, да? По-тихому. Вот так, по-тихому! По-тихому так! Вот так, по-тихому! По-тихому так, а? Не громко! Нормально, а? А, да, по-тихому! Слышно меня, нет? Слышно? Слышно? Вот так! По-тихому! Или вот так? По-тихому! Вот так! Вот так! Степан, идем. Вон они. Пойдем. Степаш, это детдомовец. Захар. Он продает лошадь. Говорит, нашел, когда подожгли конюшню. Сколько? Чего сколько? Лошадей сколько? Одна. Но она дорогая. Ты его знаешь? Да знаю. Он у них там за самого смышленого. Станичники от него воют, драки устраивают и вообще. Ну и как лошадка? Хороша? Самая лучшая. Самая лучшая. Сгорел, говорят. Лучшая. Нет. У меня. Если я ее сегодня не скину и бабло не получу, я ее буду в другом месте продавать. Ладно, мое дело процентик получить.
Ты же меня знаешь. Я не по воровскому делу. Да знаю, Степ. Я тут тоже денежек подзаработать. Ладно, так. Ты пойдешь со мной, а вы оставайтесь здесь. Сведу тебя с пришлым, там сами договаривайтесь. Угу. Пошли. Иди сюда. Заходи. Чё там у тебя? Выкладывай. Ну чё, продаю лошадь. Только деньги сразу. Ну, надо посмотреть, что за лошадь. А то, может, какая кобыла навозная. Ты скажи, что это лучшая лошадь? Да, Чиграш. Из конюшни Краснорудского. Больших денег стоит. Чё? Чиграш сгорел. Я своими глазами видел. Ты мне что тут по ушам-то ездишь? Да нет, не сгорел. А я говорю, сгорел. Не знаю, про какую лошадь ты мне тут чешешь, но старик-атаман переставил его в другое стойло. Все, хана твоей лошади. Че скажешь? Ты кто? Ты, я смотрю, в курсе дела, да? Стоять! Руки! Стоять, не двигаться! Тихо! Лицо в тени! Руки! Пошло! Пошел! Иди! Ковалев! Ты ж обычно в Оренбурге практиковался. Там местные сбились тебя с ног искать. А ты здесь, у нас, в теплый край потянул. А? Что там, лошадей больше не осталось? Может, ты заложал кому? Ты скажи, чего молчишь? Вести. До города. Витя, ты прости меня. Не ту женщину ты выбрал. Куда теперь? Не к нему. Сбежала. В общем, ему тут не место, и мне тоже.
Вещи забери. Это все твое. Отца береги. Они не хотели убивать. Так подожгли. Думали, выскочит ваш Чеграш. Он же у вас в конюшне в крайнем столе стоял, да? Обычно да. Я его в тот вечер перевел в другой край конюшни. Хотел загон расширить. Случай. Как вы их нашли? Ну, эта парочка у нас в розыске давно. Спецы по лошадям. Получали заказы со всей страны от коллекционеров. Дальше дело техники. Главное, что все по закону. А вообще, вы Зимина Захара благодарите. Он все это сделал, раскопал. И меня убедил на встречу поехать. Разве что не сплясал. Борец ваш, за правду. А я все это время думал, что Тарасов поджег. С Тарасовым как раз, похоже, все наоборот. Мы установили события этой ночи по минутам. Так что Тарасов ваш лошадей это спас. Говорить много не буду. Ты прости меня, парень. Не разглядел я тебя. Ну что ты молчишь? Скажи что-нибудь. Разобрались и ладно. Остановитесь здесь, я к своим пойду. Что ты не знаешь? Сидит, никому не открывает. Ладно. Варя, открой. Варя, открой. Варя! Варя, открой! Варя, открой! Варя! Варя, открой! Варя! Тебе не надоело в эти игры играть? Папа, прости! Я в ту ночь была с Тарасовым. Я убежала, и мы с ним гуляли. Ты знала? Нет. Ну, молодец, дочка. Вовремя сказала. А жениха твоего чуть в тюрьму не посадили. Как? За что? За что, папа? За что? За то, что с тобой в ту ночь гулял. Не мог себе другую девку найти, стервец.
Что ж ты делаешь со мной, Сан Саныч? Почему ты раньше не сказал? Потому что надеялся, что разрешение дадут. А сейчас сказали однозначно нет. Нецелесообразно. Здание ветхое, детей мало. Расселить всех по нормальным детским домам. С теплыми помещениями, с бассейном, с полным персоналом. Это даже не обсуждается, Сергей Иванович. Приказ можешь забрать у меня в приемной. Почему ты мне ничего не сказал? Мы там копаемся с утра до ночи. Перебираем жалкие кирпичи. А кто тебе эти кирпичи дал? Кто тебе их дал? Я. Потому что думал, получится. Отремонтируем. Ошибся. Ты на меня еще давил. А на самом деле все правильно. Бессмысленно эту рухлить, восстанавливать. Бессмысленно. Бессмысленно. Дети мне поверили. Вся станица их кормит. Как я им в глаза смотреть буду? А ты не смотри в глаза. Ты пойми, это жизнь, реальность. Так детям будет лучше. Другим детям после них. А с этими что делать? Завтра в 9 утра садятся в автобусы и едут по адресам. И не надо на меня так смотреть. Не на Колыму везешь. Да, ты мне нужен здесь. Вместе со своими людьми. У меня директора школы нормального нету. Да пошел ты. В 9 утра! Вот здесь его и похоронили. На нашем месте. Краснорусский разрешил. Я Климова встретил. Детский дом не будут восстанавливать. Завтра в 9 встречаемся у разъезда. С вещами. Нас хоть в одно место повезут или как? Климов не знает. Я Машке скажу. Нет. Никто ничего никому говорить не будет.
Что случилось? Ты зачем наших детей увез?